вы относитесь к тому, что военная операция в Сирии ведется на наши налоги? Ну, в принципе, я не особо как бы разбираюсь в политике, но я думаю, все-таки это адекватно со стороны все-таки нашего президента. То есть надо продолжать? Ну, я думаю, что Владимир Владимирович, он как бы все-таки адекватный человек, он все-таки как бы действительно может что-то принести, что-то новое в нашу как бы, повседневность. Ну, я думаю, что эта задача стоит на защиту нашей России. То есть вы поддерживаете эту операцию? Да. А вам вот не жалко своих денег? Нет. А какие цели вот у операции? Цели? Помочь российскому, ну, и народу, и сирийскому народу, чтобы ИГИЛ не возвратилась к нам. Отрицательно, конечно. Вы не согласны с этим? Нет, конечно. Я не знал об этом. Ну вот вы согласны с этим, что на ваше отчисление бомбят Сирию? Я не плачу налоги. А вообще, вот должна эта операция вестись на налоги? Или вообще ее надо прекратить? Ну это такой тонкий, неоднозначный вопрос. Не могу сказать, что нет. На наши налоги. А, видите, мы некомпетентны в этих словах, вернее, в этих ситуациях. Ну вот у нас правительство собирает налоги, а потом на это бомбит Сирию. Ну, я думаю, в правительстве знают, что делать. Если... Ну вот вы согласны с этим или, по-вашему, надо прекратить это? Как вот вы считаете? Я считаю, что как делает правительство, они им там виднее. А вам не жалко вот ваших денег? Денег на что жалеть? Если на убийство, то всегда жалко. И вообще убийство не должно быть как такового совершенно. Ну это, конечно, против, потому что наши налоги... Наши налоги, что наши налоги? Ну да, почему они должны быть в других государствах? Почему мы должны выплачивать за кого? Какое-то есть лучшее применение этим деньгам? Конечно, детские дома, к примеру, там пожилые люди, да. Потом да, много чего. Развитие молодежи, молодые семьи. А я не знаю. Ну вот жители России платят налоги, да, и на это устраивают бомбежки в Сирии наше правительство. Это правильно, по-вашему? Ну, нет, наверное. Вы согласны с этим? Нет. Положительно. То есть вы за то, чтобы это продолжалось? Для величия России это необходимо. Да, на самом деле, отношусь я к этому нормально, потому что, в принципе, в связи с такой ситуацией, то, по-моему, только Россия может помочь нормально, потому что координирует все действия с государством Сирии и сейчас с Турцией сотрудничают. То есть вы не возражаете, что вот ваши отчисления налоговые идут на бомбежки? Да, абсолютно нет, на самом деле, потому что, помогая другим, мы делаем и мир лучше, и на самом деле в какой-то мере помогаем себе, потому что на международной арене тоже котируется все это дело, отражается, и, может быть, когда-то нам это зачтется. Ох, очень хороший вопрос, если честно, вообще никогда не задумывался об этом. Россия ведет... Что еще? Ну вот мы налоги платим, да? А это вкладывают то, что в бомбежки в Сирию. Угу. Может, какое-то лучшее применение есть этим деньгам? Ну, наверняка должно быть какое-нибудь лучшее. То есть вообще, ну, война — это не очень хорошо. То есть вы не поддерживаете это? Я не поддерживаю. Есть более достойные применения, но для того, чтобы мы могли сохранить наше достояние и нашу народность, это делать необходимо. Какое более правильное? Нет, ну... Я, опять же, если делает правительство, оно делает это с какой-то целью, помощь, ведь это же... А вы не знаете, какая цель у операции в Сирии? Цель помочь народу Сирии. Понятно. Скажите, как вы считаете, вот раз мы бомбим их города с самолетов, должны ли мы принимать их беженцев у нас? Так, во-первых, мы города не бомбим. Это провокационный вопрос ваш. Ну, проводим операцию, давайте операция, вот так. Да, но мы заранее, разведка, ищет цели ИГИЛ и бомбит их, но никак не города. Это вы уже инсинуации американской пропаганды. Так вот мы принять должны их беженцев? В принципе, они к нам не поедут. У нас холодно, им хочется тепла.
и бесплатности. У нас этого не будет. А вот если будет принято все-таки такое решение, то вы будете за это или против? 100 человек погоды не делают. Миллионы не приедут. Мы не пустим их. Беженцев нет, я считаю. Почему? Мы же бомбим их с самолетов. Ничего. То есть не надо им помогать? Пускай они там... Надо. Помогать надо, они люди такие же, и дети, и старики. Помогать, конечно, надо. Нужно их к нам приютить. Я против. Не могу ответить на этот вопрос. Ну, лично мне, наверное, не хотелось бы, как и многим. Это несправедливо было бы, что вот мы равняем их города с самолетов и не помогаем им жильем, я имею в виду. Я не знаю. Сложно, очень сложно. Ну как вот вы считаете так? Ну я вообще не знаю, честное слово. Ну нужны нам здесь эти беженцы? Нет. Мне кажется, у нас так своих людей хватает. Наверняка есть области, в которые можно было бы вложить деньги более целесообразно. То есть смысл нам тратиться на кого-то еще, если у нас некоторые люди даже бедствуют. Вот, и... Было бы, наверное, все-таки целесообразнее вкладываться в наших людей в первую очередь. В конце концов, за счет этих людей будет процветать наше государство в будущем. Вот, поэтому я не считаю целесообразным вкладывать деньги в беженцев и принимать их. Это вопрос интересный, но я могу сказать только то, что на самом деле ведь у нас же был и Холокост евреев, то есть в свое время. То есть мы не можем однозначно сказать да или нет. Если бы мы знали на этот вопрос ответ, мы бы уже ответили. Ну вот вы сами считаете, нужны нам эти беженцы здесь? Должны мы им помогать? Ну я думаю, все-таки, конечно, какая-то есть в этом правда, да. То есть должны они тут быть? Да, наверное, можно. Ну, конечно, можно принять, но не всех, блин. Вон, беженцы сейчас во Франции что творят там, это вообще беспредел. Не в таких количествах. Да. Так-то можно немного, ну, детей, примерно, там, принять, там, семьи, но не таких, вот как, блин. Смертников каких-то принимают во Франции, блин. То есть выборочно можно принять? Выборочно, да. Выборочно можно. Но не всех. Ну, если мы бомбим, то нет. То есть не нужно им помогать, мирным жителям Сирии? Нужно, а не мирным не надо. Ну, вот как в Европу они валят, там, эти беженцы, да? Нужно ли разрешить им к нам? Можно. Нужно. То есть принимать нужно беженцев, да, Сирии? Да, конечно, поможем. Ну, я так особо не компетентен, но я думаю, вы понимаете, ну, это какой-то как провокационный вопрос, понимаете? Я вот не могу, это в шоу надо говорить где-то, да? А я могу сказать только, что если делает это правительство, оно делает за счет того, что хотят помочь народу. Сам Асад, законный президент, обратился за помощью. И российское государство помогает, я это приветствую. А что касается денег, это другой вопрос. Ну вот не должны мы им помочь тем, что принять мирных жителей у нас? Ну, это... Хотя там не ясно до конца, кто мирный, а кто не мирный. Ну, естественно, помогать надо всем. Россия всегда всем помогала. Насколько я помню, сколько учил истории, если я учил ее... Ну вот, по-вашему, нужны нам здесь эти беженцы оттуда? Беженцы... Нет, вы простите. Беженцы или помочь? Помочь — это одно. Беженцы... Беженцы... Я не думаю, что кому-то нужны. Навряд ли, да? Но помочь людям надо. То есть принимать беженцев не надо лучше? Ну, как это будет делать... Государство, они там более компетентны. А, ну, что примут, не то, что я как, знаете как, что сказали, то и принял, да? Но все-таки я так думаю, что они, люди в правительстве, более грамотные. Что я могу сказать, да? Ну, вы будете вот рады, если наше правительство начнет принимать беженцев из Сирии? Или вы будете недовольны этим? Я не думаю, что я этого как-то особо замечу. Не думаю, что я этого увижу как такового. Ну, у нас
самая большая страна в мире, и, в принципе, у нас очень много территорий, которые никак не обустроены. Можно было бы это пустить в мирное русло, и почему бы не помогать? У нас и так очень много приезжих китайцев и других национальностей. Почему бы еще и не пустить сирийцев? Это неправильный тезис, мы не бомбим их города. Ну вот по беженцам. Должны ли мы принимать их, беженцев? У них вот бегут все в Европу, к нам они должны бежать? Ну, во-первых, мы делаем эту кампанию только ради того, чтобы они не бежали к нам, они оставались у себя дома.